Ребята, всем привет! И сегодня мы с вами будем распаковывать такую классную куколку Барби, русалка и единорог. Это оригинальная кукла Барби от Mattel. Она 2019 года. Тут можно вон так переодеть нашу куколку. У нас светловолосая и светлокожая. А здесь есть еще евроамериканка. Я выбрала светловолосую. Вон так их можно переодевать. Одна кукла может превращаться в русалочку или в единорожку. Давайте распаковывать. Освободим нашу куколку от картонного плена. В комплекте у нас есть три резиночки, футболочка с единорожком, заколочкой и обруч, и обувь, кроссовочки, сама куколка в красивом платье, еще одна футболочка, заколочка, обруч и туфельки и расческа. Волосы у нее такие приятные. А еще в волосах есть блестяшки. Я только сейчас заметила, что со стороны единорожка есть такие вот радужные поля, а со стороны русалки чешуя. Такая красивенькая. Так, тут надо так аккуратненько, чтобы ничего не зацепить. Так, где тут у нас еще? У нее такие шикарные волосы, прям вообще. Мне эта кукла понравилась больше всех. Ребята, я уже распаковала куколку и хочу показать ее вещи поближе. У нее с ней идет вон такая кофточка. Смотрите, какой милый единорожка. Такой милый обруч. Волосы в нем такие шелковистые и длинные. Тут еще есть такая заколочка с милым единорожком. Резиночки и кроссовки, а на них красивые звездочки, так классно. А еще они очень яркие. В комплекте еще идет такая красивая куколка с шелковистыми волосами. В волосах есть такие блестящие прятки. На голубом фоне просвечиваются белые волосы и на розовом. Так красиво все сочетается. И на сережках такие миленькие кристаллики, а платье так и переливается. Еще есть вон такая миленькая футболка с самой милой русалочкой. Есть еще такой обруч с длинными волосами. И тут красивые жемчужинки или ракушки. Еще здесь идет расческа с логотипом Барби и всякими радугами и звездочками. И тут даже написано Барби. А еще идет заколочка, точно такого же фиолетового цвета, как и расческа, со звездочками. И самые красивые блестящие туфельки. Они такие серебряные и с застежками. Сейчас я одену куколку и все вам покажу. Футболочка одевается поверх платья, она на липучках. Все очень хорошо продумано и все прекрасно сделано. У куклы такие длинные волосы, прям вообще. А теперь застегнем футболочку. Осторожно, надо не зацепить волосики. Футболка на липучке. Вон такая она красивая. Футболка на платье сидит очень хорошо. Я думала, что оно будет сидеть не очень. А получилось, что даже красиво. И с этой стороны есть звездочки. Класс. А сережки снимаются с у нее с ушка. Оденем ей ботиночки. Ботинки одеваются очень легко. А платье реально смотрится как юбочка. Тут такие разноцветные прятки. А теперь мы оденем куклу в образ русалочки. Кукла, давай, будем одеваться. Интересно, куда она хочет пойти в этом наряде?
Мне кажется, на вечеринку русалок застегнем. Теперь мы оденем ботиночки. Кстати, обувь очень легко одевается. А вон так выглядит куколка в костюме русалочки. Вон так выглядит наша морская королева. А какой из трех образов вам понравился больше всего? Русалочки, единорожки или просто в платье? Напишите в комментариях. Всем пока-пока!